Да. Только один грязный, не белый. Всем доброе утро. Ну что, мы вышли. Сейчас пойдем посмотрим на школу, на нашу, на будущее. У нас, похоже, наступила весна. У нас идет дождь. И у нас очень-очень тепло. Сейчас 5 градусов, завтра вообще обещают 8. Да. Все, похоже, зима немножко побыла и хватит. Ты чего, еще Новый год не начался? Ну вот, хватит, да? Ну, пока не пройдет Новый год, а никакой весны сюда я не пущу. Ну а что, вот тебе снег, все, хватит на сутки. Так, еще Новый год даже не начался, Дед Мороз не пришел. Ну придет Дед Мороз. Дед Мороз уже ушел, Маша. Добрый папа. Надо папу в 9 утра в субботу будить. Ну а что, дед? Я же тебе предлагала вчера. Хочешь, оставайся, мы сами сходим. Ты мне что сказал? Не, я тоже хочу посмотреть. Я хочу посмотреть. Но не в 9 утра. До свидания. А ты как думал? Давай тебе в 9. Ну значит, я тебя в понедельник тоже подниму. Утро, все переругиваются, нормально. А вот школа. Да, вон свет горит, пошли. Узнаем хотя бы. Хоть что-нибудь о ней. Я внутри была только в вестибюле на голосовании. Все. Что, сходили мы в школу, все нормально, все в порядке. На самом деле все понравилось достаточно. Вот, деток там взяли с ними заниматься, пока у нас все это собрание было. Вот, так что очень приятное, на мой взгляд, место. Я думаю, что мы туда и поступим. И все, не будем не мудрить, ничего. Вот. А сейчас стоим на заправке, потому что поехали на экскурсию и обнаружили, в общем, что бензин кончился окончательно. Мы уже докатывались до заправки, даже с прочерком на месте того экранчика, где показывается, сколько нам еще осталось проехать на текущем бензине километров. Так что повезло, что заправка появилась сразу. Ну, я думаю, что запас там, наверное, какой-то еще был у нас в баке. Но, тем не менее, было бы не очень приятно где-нибудь посреди дороги в текущую эту погоду остановиться. У нас моросит тут. Да, погода сегодня, конечно, шепчет. Проезжаем аэропорт Шереметьево с его вышкой. Самолет стоит Ил-62. Мы доехали. Мы в усадьбе Середнякова. Здесь даже до сих пор живут потомки Лермонтовых во флигеле. Вот. Тут манеж. Ну, правда, манежем это уже не назовешь. И два замерзших чуда. Чего? Я звездочка отвалилась. Усадьба открыта для посещения, несмотря на то, что здесь проживают потомки Лермонтовых. Вот. Но вход у нее платный, ну, что, собственно говоря, и, в принципе, понятно. По крайней мере, они поддерживают ее в нормальном состоянии. Вон там находится у них стоянка прямо на территории, то есть можно заехать на территорию. Вход стоит для взрослых 100 рублей, для детей бесплатно. И, кстати, да, здесь снимался сериал «Бедная Настя». Интересно, сейчас посмотрим, чей особняк Корфов, Долгоруких, или чей в сериале он был. Главный вход усадьбы, и все-таки по сериалу это усадьба Долгоруких. Прикольно, класс. Нынешний хозяин усадьбы, полный тезка Лермонтова, арендовал эту усадьбу на 49 лет, когда она была в упадке, и полностью восстановил ее на свои деньги. Комплекс скотного двора и оранжерей, где выращивались фрукты, овощи, потом продавались в Москве в свое время. Интересно. Что, посмотрели все? А? Не все. Язык прям. Я не знаю, как снеговика лепить. Мама, мой папа, вон снеговик, вон снеговик и вон снеговик. А что это за дуги стоят? Вот так будем Машуля. Гулять. Вот так гулять очень удобно.
Ей еще надо ротик скотчем залепить, и все, и будет вообще хорошо. Не, если видеть не будет, уже нормально. Да, как попугайчик, если не видит, то все хорошо. Да, то все, соспит. Ага, я упаду. Тихо, не кричи, во-первых, Машуляка. Я упаду. Не упадешь. На самом деле, не только бедная Настя здесь снималась, еще несколько сериалов, фильмов тут снималась. Вот. И что еще нам интересного рассказал Google, это то, что, оказывается, усадьба, ворота усадьбы были последним оплотом наступления немцев на Москву. И возле ворот был подорван танк с изображением Мефистофеля. И все, на этом дальше они не прошли уже. Главная усадьба с воротами, с парадными. И флигели с обеих сторон. Выходим обратно через конный двор к манежу. И надо будет сейчас обойти усадьбу сзади. Там находится памятный обелиск и еще несколько интересных мест. Маша хулиганит сзади, кошмар какой-то. У нее прям, она в ударе, она сегодня не выспалась. Ей безумно понравилась школа, они там занимались, пока мы слушали, сидели. Все, и у нее настроение сегодня на все 5 баллов. Кстати, оказывается, в усадьбе можно остаться на чаепитие. И при желании еще можно пожить здесь даже пару дней. То есть как такое, ну, на выходные, я так понимаю. Большая территория усадьбы, обходить ее и обходить. Да и территория сама огромная. Не помню, сколько там. Но у нее очень большая лесистая часть. Постройки у нее в одном месте находятся, в одной стороне. А все остальное занимает лес. Ой, а внизу река. Идете? Топают. Да тут, блин, скользко. Скользко, да. Здесь прям лед под ногами. Очень скользко. Периодически подхватывать приходится. Самый прикол, что вон там впереди овраг. И тоже лед. Сейчас бы мы туда не съехали бы. Это что, липы? Берем эту горку. Может, мы там пройдем как-то, я не знаю. Пойдемте слева. Интересно, внизу оврага остановлюсь. Внизу оврага речка. Ну и там я остановлюсь. Ага. Не надо, Димка. Дураков их же в ходе тянет. Как вот? Конечно, Маша, молодец. Спасибо, надо. Мы когда сюда въезжали, на территорию выезжала свадьба. Выезжали свадебные машины, и вот теперь я вижу, что они тут делали. Кроме фотографий, здесь еще и замочки вешают на забор. Ой, мамочки! И усадьба сзади. Ай, красота какая! Смотрите! Попни бы и туда этот. А давайте туда спустимся. Картон. Ну, может, мы и спустимся, я не знаю, там прям. Нет, спуститься-то мы спустимся. Поднимемся ли мы потом, да? Поднимемся. Река в конце. Не надо, не, нам сейчас это. Не сюда пока. Погоди. Ой, смотрите. Там, рядом с галереей между флигелем и главной усадьбой установлен обелиск. Обелиск в честь столетия рождения поэта. Установлен он был в 1914, по-моему, году. Уже не помню. Красиво. Я люблю такие места. Почему-то, когда по ним гуляешь, сразу как-то переносишься в то время. Прям представляешь, как они все тут встречались, как они тут гуляли по этому парку. Приятно. И место красивое. Правда, да, очень скользко. Лестница длиннющая от самой усадьбы до большого пруда. Застряли? Идите по вон там, вон. Это, оказывается, не речка, это пруд. Понятно. Там на карте он был. Да? Я не видела карту просто до того, как мы приехали. Это большой пруд. И по обе стороны от лестницы высажены лиственницы. Аллея лиственниц прямо. Красиво. Старинные. С
Сколько же им лет, интересно? Лиственницы, правда, времен Ферсановой. Под ногами все в иголках. Птичек кормят тут. Смотри, какой крупный собаки. Ага. Надеюсь, это не волки. Это еще маленький. Очень плотный след. О, пруд во льду. Хотя сейчас не так уж и холодно. Ой, нет, давайте здесь не будем спускаться. Нет, что напоминает? Попробуем спуститься. Мамочки. Скользко кругом. Лед. Прикольно будет реально обратно подниматься. Да вот не поднимешься обратно. Красиво. И что произойдет? Очень красиво. Следы на пруду явно уже кто-то ходил. Постой, Машулька. Прошли немножечко от пруда, и здесь мост. Старый-старый мост. Мост любви называется. И, конечно же, у нас Дима полез в мост любви. Куда ты? Чего ты хочешь? Туда куда? Внутрь? Ручеек. А потом, наверное, поверху можно будет пройти, да? Вообще, да, если это мост, по идее. Мост, мост. Тише ты, осталось упасть. Воду и плюх. И плюх, и все, и до свидания, да? Плюх, и до свидания, папа. И смоет тебя вон туда. Тебя, мелочевка, в речку окуну. Вот как с вами на экскурсии что, ходить, а? На экскурсии. И этот же мостик сверху. Ну, конечно, все колонны уже расписали. Искорябали. Интересно, он прочный, ему столько лет? Вон там уже обломок, кстати, лежит от чего-то. Вон там обломок от танка. Одной из колонн, видимо. От подбитого на входе танка. Они, получается, на эту территорию не входили уже, да? Кто? Немцы. Нет, перед воротами усадьбы застопорились. Понятно. Ну там ворота кованые, не прошли просто дальше. Они там танк подорвали. Вперед. Пойдем. Трусишь, да, трусишь? На таком мосту стоит. Просто папку тебя дорог и можешь бросить, да? Вы куда? Ходим где-то в дебрях. На самом деле тут парк постепенно переходит в лес. В лесную часть, Серебряковский лес. Так. Блин, поехали завтра еще куда-нибудь? Еще хочешь? Поехали. Да. Классно. Можно просто не очень далеко так вот. Нормально, залезаете? Да. Майка просто прошла, а я поехал обратно. Когда поедем в следующий раз вот так вот за город, надо будет одеть что-нибудь с шипами. Там сверху постройка какая-то. Так, по горам, по долам. С глубоким протектором. С глубоким? Чего ты? Не, ну ты идешь, а Машуня, осторожно. Понятно, я не видела. Какая потрясающая прямая, что это? Осина? Или что это? Как кол. Мачта прямо. Ну там наверху я не корёжит немножко. Ну наверху не важно. Это что? Да. Тяжело. Тяжело, но красиво. А вон там за оврагом главный дом усадьбы. А я там еще один мост вижу. И люди спускаются. Море поваленных деревьев по всему парку усадебному. Три усадебные. А внизу вот ручеек, я смотрю, небольшой. Вот здесь уже есть ручеек. Спасибо. И мы плавно-плавно дошли до родника, до источника. Бойко так течет. А, в трубу забрано.
и вытекает он во враг, вон там, вон внизу из трубы. Вон там. Журчит водичка, так приятно. Интересно, вода вкусная или нет? Сейчас до нас люди набирали в бутылку эту воду. Видимо, для питья. Скорее всего, те, кто рядом живут. Они пошли. Интересно, вкусно или нет? Не работает твоя магия на лягушек. Вкусно! Вкусно, и вода совсем не холодная. Так конечно, это что это с пеной, мылом, с ванной вот такой гордо сближается. Мама, можно я тоже просто попробую? Там помылись, ну, надо только снимать сюда, варежку вот, тогда. Папа, подержи что-то. Давай. Я так. Ну и тебе так уже грязно и все. Давай руку мне сейчас как шваркнешься. Шваркнусь в воду. Ты можешь. Так, по ступенечкам спускайся вниз. Ага. Еще. Она горячая, что ли? Нет, она холодная. Варежку сними. Вот так одну ручку немножко зачерпнула и сразу из нее, ладно? Да. Давай. Вот. Сверху взяла немножко и сразу раз. Ну как? Вкусная вода. И не такая уж и холодная, правда? В Талии же, по-моему, холоднее была. Пойдем выбираться. Поднимайся наверх. Дим, примешь ее? Ай, мокрую свою. Нахер варежку, держи. Мам, так вкусно. Конечно, давай, вкусно. Варежку. Держи, одевай варежку. Мам, попробуешь? Спасибо. Папа. А что, не любишь? И пошли дальше, да? Папа. Вон там нас мост ждет впереди. И площадка. Да. И помнит, площадка. Помнит, и площадка. Пошли. Потихоньку. Тогда я делаю выдох, и такой сладкий пар у меня. Да, это потому что, наверное, источник сладкий был, да? Да, теплый сладкий. Средний есть мост. Еще один. И вон и дальше еще один, он сладкий. Самый большой. Средний, так, и он же красный. Так, это в другую. И, кстати, нам, по-моему, по нему придется идти, потому что туда, пап, там, по-моему, ничего нет, там лес. Ты держишь. А нам туда и по той стороне оврага до того моста надо будет пройти. Поехали, да. Не пройти, а проехать. Надо было ледянки с собой брать. Сейчас бы мы тут быстро. Или мозги, да. Такой ворон здоровенный летает тут. Средний мост. А вон и самый большой мост. Верхний мост. Верхний самый большой. Название верхнего моста самого большого. Чертов мост. И вот что-то мы уже думаем, идти туда или нет. Учитывая, что так скользко. Да, ну, странно, что песочком не посыпали. Чёртов мост. Кто придумывает эти названия? Чёртов мост, Красный мост. Мать, ну хорошо, не взорвайся. Пошли, мать. Да папа и без снега съедет во враг. Видишь, подошва какая? Да я вижу, голая, да? Абсолютно. Она для города, потому что... Да. О, вот здесь вот очень красиво. Сохранились старые решетки еще от моста. Сохранились некоторые колонны. Очень красиво. Но, может быть, специально его, я смотрю, не реставрировали. Вау! Это стоит увидеть. Балкончики. Снег. Да, на балкончик лучше не выходить, я смотрю. Саш, привет. О, понятно, по работе. Здорово. Позвонили. Здорово. Красиво. Ну, я красиво, Маш? На прогулку. Нет, мокрый снег. Красиво? Какое-то время, кстати, еще этой усадьбы Середнякова владел Столыпин. Вот так. Интересно, интересно. Очень понравилась сегодняшняя экскурсия. Главное, что мы к ней достаточно хорошо подготовились, что мы все знали, где что находится. Дим, вы куда? Куда? Да. А может, мы туда пойдем и там пойдем? Ну, если там есть выход, то может, там весь забор стоит.
Давай. Ты знаешь, куда? Ну, вообще, может, здесь, не знаю. Здесь натопано, здесь явно есть ход. Ну да, и там наверх можно подняться. А вообще, может, там и есть, я не знаю. Ну, пойдем попробуем. Вверху, да? Стой. На этом наша экскурсия закончена, но можно было бы еще дойти до села Середняково. Там есть еще храм и святой источник, родник. Вот. Но нет, уже темнеет, поэтому мы потихоньку возвращаемся к машине. Машинка еще хотела на детскую площадку успеть, у них тут как раз есть своя. Хватит, все. Вот и местная площадка. Маша уже от нас убежала. Вот я так и знала, что она сейчас за кольца примется. Ее любимая. Атлет, говорит, гимнастка. Да. Все, я так понимаю. Вон там он. А, это остатки, видимо, забора. А на этих турниках подтягивался Лермонтов? Ну, вряд ли. Вон там беседки, там, видимо, летняя какая-то. Вот и все. Довольно большая, кстати, территория. Погнали завтра еще куда-нибудь? Погнали, куда? Посмотрим. Надо найти что-нибудь поближе, да, наверное? Ты еще усадьбу хочешь? Еще? Да, на самом деле, потому что по городу шляться не сильно хочется. Есть усадьба Свиблова. Она от нас очень близко. Ну, это прям очень близко. Да. Но она внутрь, можно зайти внутрь. Внутренняя экскурсия. Ну, что-нибудь... Ну внутрь-то какая разница, она же в пределах города расположена. Ну вот не, надо куда-нибудь за город продышаться, блин, московского воздуха. А-а-а. Ну что-нибудь более приспособленное. Хас. Да. Ну что, не шипами. Как вариант, да, между прочим. И будет очень обидно, если вдруг в следующей усадьбе будет лежать современная плитка, которая солью посыпана. Не, я просто когда в метро спускаюсь в этих хасках, звук, как будто я на шпильках иду. Как будто на лошади. Нет, именно потому что там тонкий металл, он прямо вот так на шпильках так. Нормально. Ты точно хочешь в это кафе или... Я кушать хочу. Понятно. Где, в принципе, не принципе. Мокрый только, мышка. Мам, нормально. Нормально? Мы уже дома и сейчас монтировала видео про усадьбу и... Поняла, что я ни разу не сказала о том, что Лермонтовы не владели этой усадьбой, что этой усадьбой в разное время владели разные дворяне, купцы. Из тех, кто ей владел, именно кому она принадлежала, это Столыпины, это Ферсановы, вот, а Лермонтовы этой усадьбой не владели. Она просто наиболее знаменита именно по времени, когда там отдыхал Лермонтов. И там все на территории усадьбы, в общем-то, связано именно с Лермонтовым. А Лермонтов там отдыхал в юношеском возрасте вместе со своей бабушкой, по-моему, летом. Но сама семья Лермонтовых, она этой усадьбой не владела, но... Так как эта усадьба так тесно связана с историей именно поэта, то они ее сейчас взяли в аренду на 49 лет. И поддерживать ее в надлежащем виде именно в память о поэте. Oh, hey you,